Примечательно, что студенческим отрядам республики в этом году исполняется полвека. В организацию входят как строительные, педагогические, так и медицинские и многие другие направления, продолжит Юлия Великодная. Помимо привычных всем отрядов, есть и стоматологические. В трудовой сезон студенты-медики выезжают в районы, где бесплатно лечат население. Каждое лето боец отряда «Улыбка» Айтал Степанов, студент стоматологического отделения, помогает местным жителям. За время нашей работы в деревне, например, в среднем 250 приемов пациента получается. Ну, это считается первичные, вторичные пациенты, 250 где-то. Принимая участие во Всероссийской стоматологической олимпиаде в Москве, Айтал не пожалела о своем трудовом опыте в отряде. Среди соперников из 47 разных вузов страны и ближнего зарубежья студент оказался лучшим в номинации «Терапевтическая стоматология». Мы делали на манекенах, то есть равные условия, те же самые зубы, все делали этот зуб. Ну и оценивали по времени, по методу, как мы быстро делаем, как красиво, как правильно все делается. Стояли там, все оценивали судьи. После окончания учебы Айтал планирует вернуться в родной Сунтарский улус. Сегодня он проходит практику под присмотром врача. У студента-выпускника уже появились постоянные клиенты. А зубы болят из-за того, что много конфет кушают. И потом пломбы ломаются или зубы. Осваивать профессиональные навыки помогает врач со стажем. Наставник обращает внимание на то, как будущий выпускник общается с пациентами. И самое главное, оценивает качество проделанной работы. Очень перспективный. В этом и заканчивает Айтал Анатольевич. И хороший будущий врач. Оказаться в кресле у молодого специалиста не страшно. Причиной тому не новейшее оборудование и медикаменты. Любовь и ответственный подход к этой сложной профессии внушает доверие пациентам. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.